На початку серпня міська рада Дніпра отримала лист від прокуратури з проханням відреагувати на скарги громадян щодо нелегального ринку на вулиці Комбріга Петрова на житловому масиві Тополя 3. Тиждень тому тут виконали демонтаж 40 кіосків. На звільненій території планують відновити зелену зону із тротуарами і газонами. І в першу чергу позбавитися стихійного ринку, що залишився на місці знесених МАФів. Для організації торгівлі є спеціальні місця, це ринки. Ринок здесь есть, кстати, на Тополе, есть здесь большие супермаркеты. Превращать как бы территорию прохода между двумя жилмассивами ну, реально в гетто – это ну, неправильно. Мешканка житлового масиву пані Наталія з числа тих, хто неодноразово звертався зі скаргами безпосередньо до міської ради. Розповідає, ринком проходить єдина пряма дорога до школи, де навчається її донька. Где-то в 2002-му почали строїти церковь, потім к забору примкнули торговці, використовуючи його як вітрину. І от з тих пор, от 15 років, тут розростався стихійний ринок. Останні роки стало вже совершенно просто невыносимо проходити між машинами і грузчиками. Утром в школу, ровно 8 утра они тут приезжали, развозили товар. Не раз даже я взяла за руку ребенка, ему в лицо стряхивали воду с укропа прямо. Проте не всі місцеві згодні із такою думкою. У нас забрали ринок, дешевий, хороший, где мы скуплялись, где мы были довольны. Где теперь покупать овощи, мы не знаем. Никому никто здесь не мешал, никого вы не слушаете. И никаких жалоб не было, я уверена. А то, что это... А нас лишили рынка прекрасного. А, рынок законный. А тут три дорога, вы знаете, в этом законном рынке. Ну, вы скажите, а тут поруч и рынок, он ну, не подходит. Конечно, не подходит. Не подходит. Там в основном стоят перекупки, в основном и цены, конечно, и не свежие. А тут люди приезжают в села, продают свой товар. Свежий, можно купить, хороший, да, свежий, конечно. Хороший, дешевле. И так как для пенсионеров, и вообще, я считаю, для многих, этот базар очень нужен. Очень хороший, просто очень, очень удобный, да. Нам был. Просто его благоустроить, может быть, более культурно сделать все. Вот он в лесочке, там мусор постоянно, гадость всякая. Они там оправляются и что угодно делают. Нет, женщина, и ларьки, и ларьки вот эти вот, из досок, и черт из чего. Ходишь здесь как по бомжатнику какому-то. Я считаю, что правильно снесли. Вот там вот есть рынок овощной, пусть он там и будет. Пан Аркадій вирощує продукти у власному саду і вже 6 років реалізує їх на критому ринку, що за рогом від вулиці. Каже, там теж необхідно навести порядок, призначити контролерів, які будуть збирати гроші за законну оренду. Тоді і стихійні торгаші можуть туди переміститися, бо ринок напівпорожній. Ну мене бесить. Вот эта нечистота, вот это, ну, как развал вот этой всей системы, ну, если ухода, деньги, старуха там, пенсионерша, привезла там горшок какой-то малины, то 20 гривен, да, нет, там чуть не за шею его выдавливают. Ну, это же не дело, надо порядочных людей. Чтоб ходил этот черт с кассовым аппаратом, не брал за шию, не вымогал денег. Руслан Мороз зазначає, питанням легальності критого ринку інспекція також наразі займається. А на вулиці Комбріга Петрова найближчим часом буде чергувати муніципальна варта, аби не допустити незаконної торгівлі. Через там пару-тройку тиждень здесь будет с утра до вечера дежурить бригада, состоящая из инспектора инспекции, инспектора КП муниципальная варта, и при необходимости они будут вызывать подмогу либо вызывать полицию. Георгій Марков, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.